Всем привет! Моя картина называется «Белые розы и черный кофе» от фирмы Мосфа. Размер ее небольшой, всего 30 на 40 сантиметров. В ней 40 цветов страз. Стразы из смолы прекрасно блестят. Картину я купила в 2021 году, но собрала спустя вот сейчас только 2 года. Она отлично сохранилась, клеевой слой хорошо держит стразы. Стразы были практически без брака. Всех цветов хватило. Собирать было одно удовольствие. Оттенка получилась детальной, красивой. Так же, как и многие наборы от Мосфы, которые проработаны прекрасно. Я с вами прощаюсь. Присоединяйтесь к СП на канале Высший Вечер. Всем пока!